Сегодня мы открываем для себя не только новое волшебное звучание мировых шедевров музыкальной культуры, но и становимся участниками уникального события для культурной жизни Нижнего Тагила и в целом для культурной жизни всей нашей страны. Нижнетагильская филармония присоединяется к всероссийскому марафону органной музыки «Орган Таврида», в рамках которого прозвучат произведения победителей первого международного конкурса молодых композиторов органной музыки «Новые классики Орган Таврида». Произведения лауреатов конкурса прозвучат в органных залах более чем в 30 городах России. И мы можем гордиться, что Нижний Тагил вошел в число тех городов, где проходит марафон «Орган Таврида». Международный конкурс молодых композиторов органной музыки «Новые классики Орган Таврида» проходит при поддержке Фонда «Древо жизни» и Фонда композиторов «Новые классики», а также при поддержке Московской государственной консерватории имени Чайковского. В конкурсе приняли участие молодые композиторы из 40 стран, было направлено около 350 заявок. И данный проект посвящен десятилетию открытия Таврического органного зала в Санкт-Петербурге. Основная задача проекта заключается в выявлении талантливых молодых композиторов и, конечно же, в развитии интереса к органному искусству у российской публики, в том числе у молодежи. И сейчас прозвучит сочинение молодого композитора из Дании, финалиста конкурса «Новые классики Орган Таврида» Эли Таусен Алава. Несмотря на свой юный возраст, композитор добился успеха и признания. Он отмечен различными номинациями на музыкальных премиях. Эли Таусен Алава глубоко ценит спокойствие и простоту как в музыке, так и в жизни. И этот настрой, творческое кредо можно уловить в произведении, которое прозвучит в нашем концерте. Эли Таусен Алава «Красная нить» исполняет лауреат международных конкурсов Наталья Воронина.